Прапорщик Ахрамеев. Вы работаете здесь? Я работаю. Вы работаете, а вы? Нет. Конечная точка поиска злоумышленников – пункт приема металла. Подозреваемые едва стоят на ногах и отрицают свою вину. Командир, я не воруюсь. Точно? Точно. Чем мне заняться, больше нечем. Получив информацию от оперативного дежурного и приметы подозреваемых, сотрудники патрульно-постовой службы сразу поняли, кого искать. Злоумышленники не раз попадали в поле зрения полицейских. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что два аккумулятора, которые подозреваемые похитили по адресу Павелецкая, 65, ими уже сданы в пункт приема металлолома. А те две батареи, которые они пытались продать, были похищены в Ленинском районе города Саратова. Ночью товарищи отдыхали, а когда для продолжения банкета потребовались деньги, отправились за легкой добычей. На этих кадрах один из фактов кражи. Об остальных подозреваемые рассказали сами. Задержан за кражу аккумуляторов. Третьего вытащили 4 аккумулятора в поселке Юбилейном и в Солнечном. Был в состоянии алкогольного опьянения, и вот это сподвигло меня на кражу. Вскрыли капот через тросик и разбили стекло. Какие автомобили были? Шестерка, АК и две семерки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.